состоялось «расширенное заседание» в кавычках правительства нелегитимного образования армянских сепаратистов на территориях, временно подконтрольных миротворцам России. Передает Азия-Ас. Глава сепаратистов Араи Карутюнян представил последние военно-политические события, затем отметил основные задачи, которые, согласно логике сложившейся ситуации, должны быть реализованы в системе несуществующего государственного управления. Мы – сторонники стабильного и длительного мира. Но мы не можем торговать требованиям нашего народа, отказываясь от права на самоопределение, заявил Арутюнян и добавил, что с учетом новых геополитических реалий в повестку несуществующего правительства по мере необходимости будет внесен ряд изменений. По словам Арутюняна, в ближайшее время начнутся обсуждения с политическими силами с целью сформировать общую политическую повестку, которая будет основываться прежде всего на рисках, ожидаемых от вызовов в кавычках, внешней безопасности для несуществующего Арцаха. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.